Дана Соколова. Ой, да. Ой. У нее клип новый, «Исповедь». Кстати, я клип не видела на эту песню. Ой, я не видела. Нет. Песня классная, у меня аж мурашки. Кстати, с ней чем-то похоже, мне кажется. Что-то у вас такой стиль какой-то похожий. Еще одна, блин. Татухи вот эти вот. Но она необычная такая прям. У меня голос такой красивый. Угу. И сильный. Блин, у меня аж мурашки. Блин, вот видео, да, сохранили. Молодцы. Ну, тоже есть такие видосики. Трогательно. Такие волосы, блин, офигеть. Ей идет, кстати. Он тоже в Blackstar. Вообще, я слышала, у него сложная судьба и вот это. Давно у нее этот клип вышел? Нет, недавно. Песня недавно. Вообще прям. Блин, как классно вообще, что-то реально мурашки по телу. Блин, я ж не могу, я ее когда слушаю, просто меня ж разрывает внутри все. Это когда «Молодой крови» она победила то, что проект у Тимати был, она же вот... Кастинг там. Она пошла. Прикольно. И выиграла. Ну, у нее такой прям стиль. У нее изюминка. Блин, не могу. Я ее обожаю просто. Такой путь наверх, да. Угу. Стало заметно. Хочется вот так вот делать. Классно. Угу. Очень классный клип. Угу. Вначале аж немного так слезки. Да. Супер. Вообще классно снято. Ну давай, сердечки ты у нас. Ставьте нам сердечки, лайки.